Всем привет, вы на канале Crypto Crazy Man. В этом видеообзоре покажу и расскажу, как можно будет заработать на новом дневной активности на базе искусственного интеллекта, и расскажу про социальную платформу, которую поддержал Binance и находится у него в инкубационном периоде. Поэтому как заработать в перспективе и что для этого нам нужно, смотрите этот видеообзор до конца. А для новых пользователей, кто еще не подписан, подписывайтесь, дабы не пропускать различных вариантов видов заработка. Ну а сегодня будет идти речь о проекте HoloWorld. Первым делом мы здесь логинимся. Можно как через Twitter, Google, Discord и наш кошелек. В моем случае я буду авторизовываться через кошелек MetaMask. Итак, мы залогинились в сети OP BNB. Придумаем здесь свой ник, как нас будут звать в проекте, и нажимаем Save. Одно из самых интересных — это то, что находится проект в сети OP BNB. И сам официальная страничка Binance Labs с 500 000 подписчиками оголосил про инкубационный 7-й период, и этот проект в нем есть. Данный пост вышел у них 1 марта, а значит, проект свежий, и в него нужно заходить как можно раньше и выжимать все соки. Повторюсь, это проект на ежедневной основе, то есть в моем телеграм-канале в закрепленных сообщениях есть подборка про ежедневные поинты, то есть ежедневные активности проектов в этом топе, которые на ежедневной основе также прохожу. Что и вам, в принципе, советую. Итак, мы здесь, после того, как залогинились, нажимаем на раздел одежды, и нам нужно создать своего персонажа, Create Now. Для того, чтобы создать аватара, нам нужно пройти сначала в этом разделе. Мы нажимаем Start, то есть здесь краткая биография, здесь как будет звать нашего аватара. После того, как мы создали, переходим в раздел Create и создаем уже своего аватара. Выбираем мальчик-девочка, цвет кожи, какая обувь, волосы, одежда. В этом разделе мы выбираем то, что мы сами создавали, с описанием, голосом, именем и прочее. Так, вот такой вот аватар у меня получился. Мы нажимаем там, где приватный, чтобы у нас он был публичный. И нажимаем Preview. После этого мы нажимаем Save. И Save and публичный. Все, начало у нас положено. Теперь нам нужно будет выполнять задание. И каждый день заходить и забирать эти кристаллики. Где же эти кристаллы у нас находятся? Также дополнительная активность у нас будет в Дискорде. Там тоже некие свои ежедневные реварды. Итак, эти кристаллики у нас находятся в разделе Earn. Здесь мы будем забирать как дневные. Можем видеть, если не пропускать, на последний день мы получим аж 3 кристалла. И то, что я говорил, за общение в чатах Дискорда мы также дополнительно будем получать. Давайте уже заберем ту доступную награду, которую нам на данный момент можно забрать. Ведь здесь можно будет просто как и дневные забирать, но лучше всего сделать, как я показал, ведь проект на стадии развития, и возможно он в дальнейшем нам пригодится, а уже будет недоступен. Поэтому то, что я вам показываю, постепенно по пунктам проходим. Итак, забираем наши кристаллики, нашу награду и дневную. И за дневную даже мы не платим никакую комиссию. То есть вся раздача сейчас фришная, то есть бесплатная. Есть и еженедельные задания, которые мы будем выполнять, и также нас будут награждаться. Здесь, кстати, тоже нам доступны эти кристаллики, которые мы можем заклеймить. То есть изначально нам дают база то, что мы приходили, создавали персонажа. Уверяю вас, что задание и дополнительные разделы будут появляться постепенно, поэтому следим за моим телеграм-каналом и не пропускаем посты не только с информацией, а о дополнительных раздачах, о рассуждениях. В общем, совсем делюсь с вами в своем телеграм. Вы перейдете и сами совсем ознакомитесь. Некая активность в Дискорде будет нам напоминать, как в ZRLN, где мы заходим, пишем в Дискорде просто ГМы, и за это нам дают 20 поинтов ежедневно. Так же самое мы будем делать и здесь. Ведь это не просто платформа, а это социальная платформа с AI, и она только на стадии развития. Ведь это искусственный интеллект и платформа. Нам недавно раздала Qna 3 airdrop. И также ожидается от проекта Мишель, который также находится в инкубации Binance Labs, где там есть боты по искусственному интеллекту. И также, что немаловажно, там есть чат GPT-4, где он везде платный, а там мы можем воспользоваться им абсолютно бесплатно. Но пройти стоит, и дополнительно заработать кристалл, и дневное задание Claim.
Но фишка в том, что отдала то за то, что я пообщался, в разделе Home стал в чате. То есть у нас даже здесь присутствует чат GPT-4. Данные платформы эволюционируются и могут себе позволить внедрить в свой проект чат GPT-4. Написать просто he, либо что вы пожелаете, перейти в раздел earn и забрать дневную награду. Но ничего, из этой активности то, что я показал, не будет лишним. На перспективу оно все пригодится. И все, остается нам собирать эти кристаллики, следить за проектом, проходить другие ежедневные активности с поинтами. И не только, а следить за выходом новой информации вы можете в Телеграме. Все, что знал, с вами поделился. Если вы считаете, что это топовый проект, топовая раздача будет, поддержите это видео лайком. А кто не подписался, в чате видеообзора подписываемся. И все те, кто досмотрел этот видеообзор до конца, всем спасибо за внимание. До скорых встреч.